Здравствуйте. Сегодня мы проводим предпродажный осмотр двигателя, снятого с автомобиля Skoda Rapid 2014 года выпуска. Объем 1,4 литра турбо CAXA. Пробег двигателя составляет 69 тысяч километров. Производим визуальный осмотр двигателя. Дефектов не выявлено. На данный двигатель имеется сопроводительный пакет документов, грузовая таможенная декларация. Производим визуальный осмотр свечей зажигания. Имеется видеообзор работающего двигателя. Производим осмотр стенок цилиндров эндоскопом. Также осматриваем клапана. После осмотра двигатель маркируется термопломбой, индикатор перегрева. Перед размещением на склад двигатель законсервирован. При обращении на станцию Евроавто действует расширенная гарантия. Опытные специалисты помогут с подбором двигателя. А квалифицированные механики произведут установку агрегата. Двигатель готов к установке.